Нет? Да, все, ладно. Клапан бутылки для мытья рук полиэтиленовый. У меня вот такая штука 7 лет пролежала в загашнике, только голубенькая. Это рыжая. И рыжая намного лучше, потому что видно в грязи и вообще в походе. Значит, представляет собой конструкцию. Раз, два, три, четыре. С четырех сферических предметов, впаянных друг в друга. Здесь у нас есть крепеж. Вот, что интересно, крепежа для бутылочки маленькой вот тут нету. Но я догадался, если отвинтить, то он появляется. Круто, я умный. Значит, у нас есть баклажка 5-литровая. Значит, что я выясняю? Она либо работает как-то иначе, либо у нас баклаха неправильная. Вот смотри. 5 литров. Что? Третье колесо не откручивается. Значит, это либо баклажка не такая, либо... Потому что вот она у нас прям слишком... Да, это, видишь, не наш вариант. Хорошо. Не для каждой баклажки. Это, соответственно, у нас не работает. И попробуем для маленькой бутылки. Вот. Ну, эти бутылки вроде штатные. Тек. Такая пипка. Слушайте, ну прям как в детстве. Все как надо. Соответственно, при нажатии у нас входит воздух, выходит водица. Дозирование достаточно четкое. Для мытья рук подходит прям неплохо. Ну, единственный вопрос в баклахах. Да? Соответственно, баклаха нужна с большим диаметром. Это то ли нестандартная черноголовка какая-то, то ли, ну, фиг его знает.